Сегодня АвтоВАЗ официально представит в Санкт-Петербурге новый логотип машин «Лада». Он уже шестой за историю завода. Первый появился в 70-м. Его в спешке делал один из сотрудников московской дирекции ВАЗа Александр Декаленков. На кухне в школьной тетрадке он нарисовал букву «В», стилизованную под древнерусскую ладью, а под ней написал слово «Тольятти». Правда, первый логотип отштамповали с ошибкой, и вместо русской «Я» появилась латинская «Р». Со временем надпись убрали, и в таком виде эмблема с разными модификациями дожила до сегодняшних дней. На новом логотипе парус у ладьи стал больше и со складками.